Надежда, Александр, закончилось наше путешествие на Красную Поляну. Как вам? Как вам наша перезагрузка? Ну, супер, все супер. Не слишком длинное получилось путешествие? И ретрит, и Москва, ну, и нет, Сочи. Вот... Как тебе? Как сказать? Одно дополнило другое. Угу. Тут нет ничего лишнего, все одно к одному. И, не знаю, вот эти встречи, которые здесь были, они были не такими частыми, но тем не менее они были очень продуктивными. Очень много что обсуждалось, очень много что в себя утрамбовывалось. Так что все это... Все... А как вам формат именно вот перезагрузки, как здесь на Красной Поляне, что мы много гуляли, ходили, свободное время, бани? Насколько это ну, вообще эффективно для каких-то личных внутренних процессов? Так это здорово. Если чисто как бы теория, тоже плохо. Это все разбавляет, это все до кучки. Это здорово. Когда, видимо, когда ходили, это тоже перезагрузка где-то. Это уж не просто так. Это такое единение с природой, с местными духами. Не знаю, это здорово. Александр, а ты как бы мог это прокомментировать? Ну, как принципе, для тебя здесь было на Красной Поляне? Мне очень, в принципе, понравилось. Там много для себя взял. Появились какие-то вопросы, возможно. В целом, очень большое спасибо команде вашей. Все девчонки очень активные, молодцы. Спасибо тебе большое. Мне твой фидбэк особенно интересен, потому что в начале ретрита в Сочи, когда мы все представлялись, ты сказал, ну я просто приехал за компанию. Наверное, это была правда. И сейчас мы расстаемся, ты говоришь, что появилось много вопросов. Мне кажется, это очень классно, когда наше сознание настолько открывается, что у нас появляются новые вопросы. Я рада очень это слышать. Спасибо вам. Спасибо. Спасибо вам за отзыв. Мы вас приглашаем на все наши следующие мероприятия. Приезжайте, будем рады видеть вас снова. Спасибо.